Елбасы бекіткен индустриализация бағдарламасының іске асырылып жатқанына 3 жылдан астам уақыт өтті. Жалпы әлемдік экономикадағы күрделі жағдайға қарамастан, Қазақстан экономикасында әсіресе өндеуші өнеркәсіптегі болып жатқан оң өзгерістер индустриализацияның әлеуметтік экономикалық әсері деп ойлаймын. 500-ден астам жаңа жобалар іске қосылды. 40 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. 140 жаңа өнім шығарыла бастады. Бүгінгі баяндамада өткен 2012 мен осы жылдың 1-ші 90-ында атқарылған жұмысқа және алдымызда тұрған негізгі міндеттерге толығырақ тоқталуға рұқсат етіңіздер. Уважаемый Сергей Кнегметович, уважаемые коллеги, прошло 3 года с момента начала реализации программы индустриализации, и на сегодняшнем заседании правительства хотели подвести промежуточные итоги по выполнению целевых индикаторов программы за этот период с акцентом на 2012 год, который является экватором, а также первый квартал 2013 года. Индустриализация – задача, поставленная главой государства перед всеми государственными органами, министерствами, акиматами, холдингами, нацкомпаниями, институтами развития, а также промышленным предприятиями, бизнес-ассоциациями. На слайде видно, что эта программа общенациональная, и все активно в ней участвуют. Установлены отдельные индикаторы для всех участников. Что было сделано? Безусловно, хотя с первого дня была проведена работа с бизнес-инициативами, систематизация проектов с инвесторами в карту индустриализации, основной этап – это был этап организационной работы. Была пересмотрена вся необходимая законодательная база, внесены изменения более чем 50 законов, разработаны отраслевые программы, программы поддержки бизнеса, развития территорий, все на 5-летний период, так как ГПФИР, с новыми индикаторами, задачами, поставленными главой государства. Это производительность труда, привлечение инвестиций в основной капитал, в обрабатывающую промышленность прежде всего, инновационность, экспортоориентированность и многие другие. Кроме того, были выработаны около 100 инструментов государственной поддержки бизнеса. По сути, это национальная промышленная политика. Не только предоставление налогов преференций, но и содействие во внедрении современных технологий, таких как кайдзен, лин-технологии, подготовка и переподготовка кадров, подведение инфраструктуры и многие-многие другие инструменты. Основа первой пятилетки, первого этапа была заложена, и результат 3 лет показывает, насколько эффективным был менеджмент министерств, регионов, национальных компаний и промышленных предприятий. И показывает в тех или иных отраслях и регионах. Если говорить о небольших, если коротко говорить об итогах, по итогам 3 лет наблюдаются определенные положительные результаты, есть ряд недостатков. Если говорить о положительных, впервые в основной вклад в прирост ВВП достигается не только за счет добывающих отраслей, как это было ранее. При общем реальном приросте ВВП в 2012 году по отношению к 2008 году 22%. Самый высокий прирост в нем был достигнут в обрабатывающей промышленности более 19%. Касательно эффекта проектов карты индустриализации на экономику. По данным Института экономических исследований Министерства экономики, в 5% приросте ВВП за 2012 год 1,3% – это доля ВДС новых производств, введенных в рамках ФИР. Со старта ГПФИР 2010 года наметился неплохой рост обрабатывающей промышленности. И на слайде видно, что прирост идет в основном в приоритетных отраслях, на которых был сделан акцент. Это машиностроение 16,2%, производство стройматериалов более 10%, легкая промышленность 8%, химическая 6%, фармацевтика 5,6%. Спад наблюдается в металлургии в связи с непростой ситуацией на рынках металлов. На следующем слайде видно, что с 2008 года улучшается ситуация на рынке труда. И хотел отметить, что если брать в промышленности, то с 2008 по 2012 год прирост численности занятых в промышленности составил 85 тысяч человек и достиг 1 миллиона человек. Из них почти 41 тысяча новых рабочих мест или 47% создано в рамках карты индустриализации, почти половина. Следующее направление хотел отметить – это производительность труда, которая является важнейшим фактором конкурентоспособности и эффективности региональных экономик, отраслей и предприятий. В целом, производительность в обрабатывающей отрасли в прошлом году за 4 года выросла в реальном выражении в 1,4 раза и идет в соответствии с запланированными планами. В ряде приоритетных отраслей достигнуты неплохие показатели, таких как химическая промышленность в 1,8 раз, машиностроение, фармацевтики, легкой в 1,3 раза. Металлургии в 2 раза. Хотел бы отметить, что, конечно, это только начало. У нас достаточно низкие показатели производительности,
и предстоит очень много еще сделать в этой работе. По оценке исполнения целевых индикаторов за 2012 год, в госпрограмме определены 111 целевых индикаторов, общие, отраслевые и ключевые меры поддержки. Коротко о них. По общим целевым индикаторам степень достижения стала 75%. В основном все индикаторы достигнуты и перевыполнены. Низкая степень достижения отмечается по двум общим показателям. Первое – увеличение доли несырьевого экспорта до уровня не менее 40% в общем объеме экспорта. И второе – увеличение производительности труда ВПК. По первому вопросу, несмотря на значительный рост объемов несырьевого экспорта, который в 2012 году составил рекордно более 25 миллиардов долларов, увеличившись в сравнении с 2009 годом в два раза, его доля осталась практически на том же уровне. С 27,8% стало 27,3%. Это объясняется сохранением высоких цен на сырьевые товары, а также то, что первоначально слабо был учтен фактор Кашагана и то, что сейчас будет производство нефти и экспорт увеличиваться. Общий объем экспорта за этот период увеличился более чем вдвое, составил 92 миллиарда долларов. По ключевым мерам поддержки степень достижения составляет 78,5%. Если говорить в целом о корректировке ФИР, то я хотел отметить, что в соответствии с поручением главы государства проведена эта работа. Она неоднократно обсуждалась с бизнесом, значит, бизнес-обществом и с администрацией президента. Сейчас эта работа продолжается. Хотел отметить, что пересмотрена система целевых индикаторов, включили системы отраслевые индикаторы, реально отражающие качественные изменения в процессе реализации индустриальной политики, по которым можно реально оценить работу тех или иных госорганов и развитие отраслей. Теперь решите доложить о проделанной работе в разрезе отраслей промышленности. В целом отмечается развитие по всем приоритетным отраслям. Приняты отраслевые программы. И хотя имеется риск недостижения целевых индикаторов по отдельным из них, таким как горно-металлургический комплекс, в целом по каждой отрасли, я уже отметил, есть отраслевые мастер-планы, отраслевые программы, есть видение, как развивать добавленную стоимость в отраслях, определены ключевые проекты, я о них позже скажу, и проводится работа по данным проектам с инвесторами. Сегодня я хотел остановиться на двух отраслях, это машиностроение и химия. Машиностроение ВДС, валовая добавленная стоимость в 2011 году увеличилась на 70% за три года. Производительность труда выросла в два раза, но остается на крайне низком уровне. И предстоит еще очень много здесь сделать. Мы это обсуждали на форуме машиностроителей. Есть хорошая динамика по увеличению экспорта продукции в 4 раза по отношению к 2008 году. И в 2012 году объем экспорта машиностроения составил 193 миллиарда тенге. В рамках работы по кассодержанию закуплено отечественный автотранспорт госорганами на сумму более 11 миллиардов тенге. Хорошую работу проводит Самрук Казына. Они заключили договора за 2012 год по машиностроению на 450 миллиардов тенге. Освоено новые виды продукции. В железнодорожном машиностроении самый динамично развивающийся сегмент в отрасли показывает 18-кратное увеличение объемов производства. Налажено производство видов, которые никогда не выпускались, об этом уже говорилось, это дизельные локомотивы, вагоны, электровозы и многие другие. Более важно то, что освоено производство комплектующих. При поддержке КТЖ и конструкторских бюро при Министерстве индустрии освоено 86 наименований продукции по тепловозам, 83 по пассажирским вагонам, тальгу, 287 по грузовым вагонам. Эту работу будет продолжаться. Автомобильная промышленность. Шестикратный рост объемов производства по отношению к 2010 году. Производство составило 20 тысяч единиц. Идет формирование автомобильных кластеров в Усть-Каменогорске, Кустанае и Алматы. И в 2012 году Казахстан впервые стал экспортировать грузовые автомобили. Согласно концепции автомобилестроения, которая сейчас идет в работе, ожидается выход на уровень производства до 300 тысяч автомобилей. По сельхоз и нефтегазовому машиностроению идет рост, соответственно, в 2,6 и 3 раза. Но все же здесь хотел отметить, что здесь еще многого не достигли, очень большой потенциал и много предстоит работы. Особенно по нефтегазовому машиностроению здесь один из фокусов правительства. У вас проводилось несколько раз совещание, создана рабочая группа совместно с КазЭнерджи. Упор будет сделан на 5 крупных нефтегазовых проектов. Эта работа будет проходить на еженедельной основе. Я думаю, что в этом году и «Казмунайгаз» сейчас предложил несколько хороших проектов. Я думаю, здесь будет хороший результат.
Если говорить о химии, которая является одной из отраслей по переработке наших природных ресурсов, то здесь есть неплохие результаты. И объем производства химической промышленности за период 2009-2012 год увеличился в два раза, составил 180 миллиардов тенге. Экспорт увеличился на 70%. Производительность труда выросла в 3,7 раза, благодаря модернизации ключевых наших химических производств. Если говорить о принятых системных мерах, то продолжается работа по созданию химических кластеров в Жамбылской, Атарауской и Павлодарской областях. Так, Самрук-Казана на территории СС «Химический парк Тарас» в рамках первой пятилетки реализуется, в первую очередь, реализуются 4 проекта – цианид натрия, каучистых сода хлор, трехлористый фосфор, глифосат. Для реализации проекта привлечены мировые лицензиары технологий, входящие в 10 мировых производителей химической продукции. Объем инвестиций составит 400 миллионов долларов. Хотел бы отметить, что в химии начато освоение новых видов продукции. Так, в Павлодаре запущено производство каучистической соды мембраны методом производства хлора, которые увеличились более чем в 10 раз каждый. Кроме того, благодаря поддержке отрасли увеличились объемы производства полимеров пропилена в 8 раз, удобрений фосфорных минеральных в 1,5 раза, кислоты серной в 1,7 раза, красок и лаков в 2 раза. На примере развития химии можно проиллюстрировать этапность развития и реализации ГПФИР в отраслевом разрезе. На первом этапе была инициирована разработка мастер-плана по отрасли. С привлечением национальной химической компании ОХК, иностранных консультантов, был разработан мастер-план химической промышленности, в котором были проанализированы 55 и выбраны 36 продуктов химической промышленности. На основании данного документа была принята отраслевая программа на 5 лет, в которой нашли этапы и ключевые проекты химической промышленности, а также меры поддержки. Согласно отраслевой программе, проведена первоначальная стадия модернизации крупных производств «Казфосфат», «Казазот», запустился «Каустик», производитель хлорщелочной продукции. Очень активно начала работать Самрук-Казана, создана 3 СЭС, вы знаете, в Атырау, Павлодар, Жамбылской области, которые станут катализатором при формировании химических кластеров. Также идет работа с крупными проектами, такими как «Еврохим» в Жамбылской области, газохимический комплекс в Атырауской области. Эти крупные проекты запустятся на полную мощность к 2018-2019 году, когда мы ожидаем резкое увеличение объемов производства, производительности труда и экспортного потенциала химии. Кроме того, на подходе запуск ряда других проектов, которые не выпускались. Это средства агрохимии. Всего планируется наладить производство более 25 новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Теперь о реализации КФИР в региональном разрезе. Как вы видите на слайде, производство продукции обрабатывающей промышленности в 2012 году по сравнению с 2008. Максимальный объем производства в трех областях – это Карагандинская, Павлодарская, ВКО. Минимальная – это СКО, Мангыстауская, Кызылординская. Это обусловлено преобладание в этих регионах сельскохозяйственного нефтедобывающего производства. Наибольший реальный прирост в 2012 году достигнут в ВКО и Астане. Снижение производства обрабатывающей промышленности в ряде регионов является следствием недостаточной активности по развитию новых производств по работе с отечественными и иностранными инвесторами. На следующем слайде видите производство обрабатывающей промышленности в разрезе регионов за первый квартал. Продолжается лидерство Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанских областей. И вы видите наибольший реальный прирост и снижение в областях, таких как Мангыстауской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской. В следующем слайде я хотел сказать о производительности труда в обрабатывающей промышленности в разрезе регионов. Наибольший уровень в Карагандинской, ЮКО, Павлодарской, наименее Кустанайской, СКО, Кызылординской. На следующем слайде видна динамика в первом квартале, и хотел бы отметить, что этот показатель опять же демонстрирует, насколько идет модернизация основных производств, насколько идет строительство новых предприятий. На слайде 23 хотел отметить не менее важный фактор региональной политики – это инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность. За 2012 год максимальный объем инвестиций – это Павлодарская, Карагандинская, Актюбинская. Минимальный объем инвестиций – это ЗКО, СКО. На слайде 24 видно, что в ряде областей есть падение объема инвестиций, достаточно существенное, и необходимо обратить на это особое внимание, поскольку это с лагом в несколько лет повлияет на объем производства и занятость. На примере Восточно-Казахстанской области хотелось бы продемонстрировать, как индустриальная политика повлияла на экономическое развитие. Восточно-Казахстанская область является лидером по росту реального ВВП, который составил в 2012 году за 9 месяцев 170%. Основные отрасли, повлиявшие на это металлургия, машиностроение, химия. В
По металлургии наиболее высокие темпы роста отмечены по серебру в 2,7 раза, медирафинированные в 3 раза, золоту в 1,2 раза. Машиностроение, рост за счет производства конденсаторов электрических автомобилей и легковых. Также рост по химии. И с учетом всех проектов, запущенных в рамках карты индустриализации, которые дали эту продукцию, в общем объеме продукции обрабатывающей промышленности составила доля 10%. То есть это говорит о том, что планомерная последовательная работа дает очень хороший результат. Теперь, после отраслевого регионального среза, я хотел бы акцентировать внимание коллег на системные вопросы, системные политики. В частности, по прямым иностранным инвестициям. Глава государства неоднократно отмечал важность прямых иностранных инвестиций. И не просто отмечал, а очень активно проводил переговоры с лидерами Кореи, Германии, Франции, Турции, Японии и других стран по крупнейшим индустриальным проектам. Именно прямые инвестиции в кризисное время дают хорошую финансовую возможность, а также предполагают трансфер технологий. Здесь, если говорить в республиканском масштабе, есть хорошая динамика. Если в 2011 году приток ПИ достиг рекордного показателя в 28 миллиардов долларов, то в 2012 году он превысил 22 миллиарда долларов США. Это при этом, что потоки прямых иностранных инвестиций по миру упали на 33% в результате кризиса. В целом, согласно данным Нацбанка, по 2012 год привлечено 171 миллиард долларов США, из которых 48% или 81 миллиард привлечены в период с 2009 по 2012 год, то есть за последние 3 года. Благодаря политике в рамках диверсификации экономики меняется структура привлеченных ПИ. Понятно, что пока небольшими темпами, но уже эти небольшие результаты, они, я думаю, показывают неплохой результат. Так, за 3 года ПФИР в сравнении с 16 годами до него уменьшилась доля прямых инвестиций в добычу сырой нефти на 18%, финансовую деятельность на 2%. Увеличилась доля геологоразведки на 6% до 31 миллиарда долларов США. Увеличилась доля обрабатывающей промышленности до 11%. Хотелось бы отметить, что сейчас ведется работа всеми госорганами на всех уровнях по более чем 400 инициативам иностранных инвесторов из 80 стран мира. Из них 81 проект на сумму 8,8 миллиардов долларов уже реализован. Из реализованных проектов лидеры – это город Алматы и Алматинская область. Я не буду перечислять проекты, они известны, которые реализованы. Если говорить о темпах роста прямых инвестиций, то у нас в Казахстане с 93 по 2011 год составляет 27% в год, что выше показатель таких стран, как Эмираты 26%, Швеция 20%, Южная Корея 17%, Бразилия 15%, Турция 14%. И Казахстан занимает первую позицию среди центральноазиатских государств, 83% всех инвестиций за время независимости. Если говорить о задачах в рамках инвестиционной политики, вы видите на слайде, то я хотел бы сказать, что это продолжить активную работу на всех уровнях от наших послов до регионов. И системный вопрос – это гармонизация инвестиционного климата со стандартом ОСР. Это поручение президента. И мы считаем, что эта активная работа будет в этом году до конца года завершена. Вторую политику, которую я хотел отметить, это повышение экспорта. Общий объем экспорта вырос на 5% и составил 92 миллиарда долларов за 2012 год, из которых экспорт обработанных товаров 25,5 миллиардов долларов США увеличился на 14%. Экспорт готовых товаров в 2012 году увеличился на 30%, составил 4,2 миллиарда долларов США. Готовая продукция поставлялась на рынки 111 стран. Конечно, еще доля экспорта сырьевого очень небольшая, но тот показатель, что она растет в кризис, дает основание, что мы можем все-таки конкурировать при наличии эффективных конкурентоспособных производств. Примеры продукции, которые экспортировались. Трансформаторы более чем в 2 раза. Макаронные изделия на 56%. Мука на 10%. Трубы на 22%. Подшипники и многие другие. Из других важных сфер хотел отметить базовые отрасли, основы индустриализации, по которым необходимо опережающее долгосрочное развитие. Это минерально-сырьевой комплекс, энергетика и транспорт. В настоящее время в правительстве по данным 3 направлениям очень активно идет обсуждение. Разработано долгосрочное видение до 2030 года. Определены ключевые проблемы, цели и ресурсы для их достижения. И эти долгосрочные документы тоже будут в ближайшее время приняты в течение года.
По энергоэффективности, а также по инновационной политике, учитывая особую важность этих политик, мы планируем, в рамках уже в плана есть, проведение специального заседания правительства по этим вопросам. Таким образом, за годы реализации ФИР достигнуты определенные результаты. Конечно, они являются, может быть, достаточно скромными, но, тем не менее, есть положительные результаты по большинству направлений, выполнение тех целей, которые были поставлены. Вместе с тем хотел отметить вопросы, которые требуют системного подхода, которые волнуют промышленные предприятия. Первое – это доступ к финансированию. Согласно данным глобального индекса Всемирного экономического форума, Казахстан по показателю развития финансового рынка занимает 115-ю позицию. По легкости доступа к займу остается на 110-м месте, что еще говорит о существенных проблемах с доступом к финансированию проектов. Второй вопрос – обеспечение индустриализации квалифицированными кадрами. Этот вопрос очень комплексный и касается многих государственных органов и не только системы образования. Это один из главных вызовов. Здесь необходимо много мероприятий всем государственным органам и прежде всего бизнесу. Это повышение эффективности подготовки кадров недропользователями в рамках национализации кадров, активизация дуального образования, а также понятные политики по привлечению высококвалифицированных зарубежных специалистов. Этот вопрос, который с каждым годом будет усложняться и поэтому требует своего системного решения. Очень много делается, но тем не менее вопрос остается. Третий вопрос – это механизм банкротства, который требует радикального решения для того, чтобы активы постоянно работали. Четвертый вопрос – обеспечение производства инфраструктурой. Необходимо продолжить эту работу, создание индустриальных зон. И пятый вопрос – это комплекс решений для повышения инвестиционной активности отечественных инвесторов, который в последнее время падает. Здесь речь идет и о государственно-частном партнерстве в широком смысле, и определение четких правил игры с определением секторов для бизнеса, куда государство не будет заходить, принцип Yellow Pages, а также четкие правила игры и защиты бизнеса. Здесь есть поручение главы государства. Сергей Кузьмич, у вас неоднократно сейчас проводят совещания рабочей группы, и мы думаем, что вопрос, который будет решен, позволит отечественному бизнесу более активно участвовать в индустриализации. По всем данным вопросам подробная информация, справки имеются. Теперь я хотел в завершение сказать о карте индустриализации. Вся работа по карте выстроена, все поручения, которые были даны по устранению недостатков, она сделана. Мы разделились в центре на уровне правительства, сконцентрированы на работу по реализации стратегических проектов, крупнейших проектов базовых отраслей. Это республиканская карта. Это 38 проектов, но 70% от стоимости всех инвестиций. Уже более 20% ресурсов освоено. Хотел сказать, что это все крупнейшие стройки современного Казахстана. И в первую пятилетку практически по всем ним приняты все необходимые шаги. Начато строительство по большинству из них, хотя большинство из них закончится уже на второй пятилетке. Проекты республиканского уровня распределены по госорганам, ответственным вы видите на слайде. И хотел добавить, что уже на подходе новые проекты, которые являются сейчас перспективными, но мы будем уже их включать в ближайшее время. Это производство бутадиена, кальцинированной соды, горнолыжный курорт мирового уровня в Алматы, строительство Тургайской ТЭС, производство полимерной продукции, строительство ветроэлектростанций и многих других, которые сейчас работают и для того, чтобы завершить проектную работу. Основной блок проектов по количеству за регионом – это 741 проект на сумму 3,8 триллионов тенге. Хотел отметить, что большинство региональных проектов реализуются частным бизнесом за счет частных инвестиций. Бизнесу оказывается необходимая поддержка. За три года введено 537 проектов, создано более 57 тысяч постоянных рабочих мест. При этом фактическое количество занятых составляет 41 тысяча человек или 72%, которые будут заполняться в рамках выхода проектов на проектную мощность. Как уже отмечалось, вклад проектов в карты в 2012 году составил 1,3%, это 26% от прироста ВВП. В рамках проектов карты предполагается производство 265 новых продуктов. Доля инвестиций выросла до 40%. Это 1 триллион из 2,8 триллионов тенге, которых в общем шли инвестиции в промышленность. В 2012 году проекты карты произвели на 900 миллиардов тенге, это 5,5% от общей промышленности и 8% от всего объема обрабатывающей промышленности. На слайде 36 я хотел показать, что в ряде областей, как видно,
это проекты сыграли большую роль. В Акмолинске почти треть приходится на долю объектов карты, в Жамбылске более четверти, в Кустанайске 1/7, в Павлодарске 1/8. По проблемным проектам мы проводим ежемесячный селектор. В этом году из 19 8 начнут работу, по остальным работа продолжается. В 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию 140 проектов на 560 миллиардов тенге, завершение 7 крупных проектов республиканской карты и начало строительства по 6 крупным проектам республиканской карты. Всего на продолжающихся проектах на СМР будет задействовано 78 тысяч постоянных временных рабочих мест. В этом году введено понятие «плановая мощность». Это производственный план выпуска продукции на год. С учетом этого показателя будет проводиться объективный мониторинг. Хотел отметить, что мониторинг проводится в рамках проектного офиса в интернете без бумажных носителей. И показатели сокращены на 80%. На слайде 39-40 вы видите, какие крупные проекты будут запущены в этом году и начнется строительство. По каждому из них была проведена госкомиссия, соответствующие меры приняты. Хотел коротко сказать о подведении итогов. В рамках первой пятилетки была создана база для первого этапа индустриализации. И здесь мы будем продолжать эту работу. Нам важно завершить первую пятилетку эффективно. Сейчас все вопросы, в принципе, решены. Сейчас вопрос эффективности всех. Это реализовывать проекты, доводить их до мощности, находить инвесторов. Вместе с тем, по поручению президента, правительство приступили к разработке второй пятилетки. И это сейчас является очень важным документом, поскольку мы видим, что идет сильнейшее изменение ситуации на мировых рынках. Есть ряд поручений главы государства по кластеризации экономики. С учетом этого, данная концепция разрабатывается, создана специальная рабочая группа в правительстве вместе с Атамекен. Я думаю, что до конца года эта концепция будет разработана. У меня все. Спасибо за внимание.